мощный металлический мультитул с 21 функцией. В этом видео посмотрим на мультитул Leatherman Search. В комплекте с инструментом идет нейлоновый чехол, съемный двухсторонний напильник и документация. Мультитул сделан из металла. В сложенном состоянии его длина 11,5 см, вес 335 грамм. В сложенном виде владельцу доступны 4 выкидных инструмента, которые в раскрытом состоянии надежно фиксируются лайнер-локом. Среди них нож с лезвием длиной почти 8 см, серрейтор, ножницы и пила по дереву. Обратите внимание, что она съемная. Ее удерживает специальный замок, в котором можно также зафиксировать комплектный двухсторонний напильник или обычную пилку по дереву для электролобзика. В разложенном состоянии устройство превращается в острогубцы, пассатижи и кусачки для твердой проволоки. Лезвия кусачек сменные, так что в случае выхода из строя не составит труда их заменить на новые. В нижней части рукояток спрятаны мелкие инструменты. Маленькая и большая плоские отвертки, шило, открывалка для бутылок и консервный нож, а также держатель фирменных бит. В комплекте идет лишь одна такая бита. Она отличается плоской формой и совсем не похожа на классические биты с шестигранным хвостовиком. Дополнительно можно приобрести фирменные плоские биты со специальным битодержателем, а также удлинитель-переходник на классические биты. Подводим итог. Это мощный мультитул от известного производителя. Модель интересна монолитно-черной расцветкой и набором самых востребованных инструментов. Отдельно отметим возможность установки пилок от электролобзиков, что делает инструмент еще более универсальным и практичным. We'll be right back.